Всем большой привет! Рада видеть вас на своем канале. Обязательно подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. Ну а сегодня мы с вами идем в магазин низких цен, в магазин Светофор. Будем смотреть новинки. Это город Курск, улица Республиканская, 1Б. Я желаю вам приятного просмотра. Первый выпуск из этого магазина у меня уже на канале. Посмотрите обязательно, было много интересных новинок и полезных, и в то же время очень бюджетных. Ну а мы с вами тем временем подошли к одной из первых новинок в этом ролике. Это мыло жидкое, появилось у нас от бренда Дуру по 95 рублей. Оно литровое, с дозатором, по консистенции, в принципе, хорошей, нормальной консистенции, как и должно быть, считаю, жидкое мыло. Если покупали такое, напишите, как вам, изготовлено в России. Ну и надеюсь, что не подведет данный дозатор. Мы с вами идем к следующей новинке. Посмотрите, какие симпатичные формы появились для сыпучих. Я их вам показывала подобные, да? Подобные, конечно, в Пятерочке, если помните. В фикс прайсе они есть, но там намного дороже. Посмотрите, сколько здесь стоит. 53 рубля за одну такую форму, за один контейнер. Он, кстати, на литр 750 миллилитров. Сам такой полупрозрачный, с красивым рисунком сбоку. И крышка, которая открывается полностью, или вот можно носик открывать один вот таким вот образом. То есть очень удобно будет доставать. Да, ценник очень выгодный, товар хороший. Я знаю, что такие фикс-прайсы у нас, например, разобрали очень быстро. Так что, друзья мои, на заметочку вам, контейнеры классные. Давно не показывала вам, потому что у нас их просто не было. Возможно, здесь тоже остатки. Но, по крайней мере, они есть сейчас в продаже. Это блинницы чугунные с деревянной ручкой. 465 рублей. 22 на 1,5 сантиметра. 22 диаметр. Ну и высота небольшая. Хорошие по качеству. Очень многие хвалили, поэтому присмотритесь. Тяжелые такие они. Но писали мне подписчики, чтобы нужно их как-то не мыть, а протирать, потому что чугунное после мытья, возможно, надо насухо сразу протирать, чтобы не пошла коррозия, то есть многие писали, что начинало ржаветь. Просто считаю, что нужно их протирать насухо. Так, смотрим с вами дальше. Смотрите, здесь вообще отличный ассортимент. И посуды всего много-много. Так, давайте посмотрим. Вот они, крышки. Смотрите, как долго мы их ждали, пока подвезут. Но почему-то не везде они у нас есть. Это просто хозяюшкам на заметку, идеальная цена, стоит здесь она всего лишь 197 рублей. Это крышка стеклянная, с силиконовой такой вставкой, вот этой вот круглой, в данном случае серого цвета. Сразу скажу, что она подходит на три диаметра, это 22 сантиметра, 24 и 26. Любая сковородка, кастрюля, неважно, отличного качества, просто я рекомендую честно от души. Вообще она в четырех цветах продается. Серый, красный, зеленый и черный. Ну, все цвета сейчас есть. Конечно, есть ручка еще, которая здесь вот за нее держаться. Но могу сказать, что на кассе нужно ее просить, уточнять. И сейчас посмотрим с вами крышка. Хотела посмотреть, кто производитель. Это Китай. Вот вам покажу. Но несмотря на это, качество просто превосходное. Вот кто девчонки покупал, все очень довольны. Очень хороший ассортимент. Здесь и кастрюльки у нас сейчас в продаже. Эмалированный набор 2 штуки. 1129 рублей. И миски эмалированные по 182 рубля. Формы для запекания. В общем, ассортимент прямо отличный. Все, что показывала вам ранее, здесь сейчас есть в продаже. Так, ну а мы сейчас с вами посмотрим. Вот еще вижу новиночку, одну интересную. Сейчас мы с вами до нее доберемся. Ополаскиватель для полости рта по 30 рублей. Есть 500 миллилитров, вижу. А вот и новинка. Смотрите, какое чудо к нам подвезли. Это электробарбекю. 1564 рубля. Так, и уже кто-то смотрел, вскрывал, вижу. Нам с вами тоже нужно посмотреть. Безусловно. Нашла укромное местечко, чтобы было получше вам видно. Итак, читаем. Настольное электрическое барбекю. Быстрый нагрев, простое использование и компактный размер. Мощность 2000 Вт, питание 220. 5 ступеней мощности, металлическая оцинкованная решетка и жаропрочный поддон. Перед использованием ознакомиться с инструкцией. Так, здесь, так как есть
Коробочка вскрыта, я думаю, что могу достать и вам показать поближе, без коробки. Вот, друзья мои, как это все выглядит. Без упаковки, то есть спирали, какие-то дополнительные конструкции вижу. И сама оцинкованная решетка, как и писалось. Я сейчас достала из упаковки, знаете, чувствуется аромат пластика. Надеюсь, что он все-таки выветрится. Регулятор здесь вот такое вот колечко. Кнопка будет гореть, если, я так предполагаю, включить. Ручки здесь есть. Вот этот поддон, он тоже железный такой, думаю, что, надеюсь, оцинкованный, но, по крайней мере, из стали точно. Все, что здесь пластиковое, это вот эта сама штука, где блок питания сам. И, наверное, вот эти ручки, которые просто одеты. То есть их можно снять, если что. Ну, такая интересная вещь. Вы видели у себя такую или нет еще? Все для крепления здесь вижу есть. Там вот какие-то болтики или что-то подобное. Следующая новинка. Появились весы напольные, они электронные. Высокая точность, 4-разрядный ЖК-дисплей и прочное закаленное стекло. Максимальная нагрузка 180 кг, работает от 2 мизинчиковых батареек и стоит 427 рублей. Хочу открыть, показать, как внутри это все смотрится. А упаковка, в принципе, везде одинаковая у них. Только посмотрите, какая красота. Цветочки лаванды изображены. Поверхность сама тонкая, стеклянная. Ну и конструкция с ножками, с резиновыми. То есть повредить покрытие не должны эти весы. Набор пивных бокалов. В наборе их два. 121 рубль. И гусь хрустальный производитель. На 500 мл каждый бокал. И можно даже выбрать немного, вот какой рисунок будет на них. Есть простые обычные. Есть чуть-чуть с каким-то, знаете, рисунком. Вот как какие-то капельки. Ну, в общем, такой вариант интересный. По-моему, это дешево за два сразу. Еще одна новинка у нас появилась. Полка для обуви металлическая. 52 на 28,5 на 50 сантиметров. Инструкция по сборке. Ну, конструкция, я смотрю, что вся сделана из стали. Произведено Россия, город Барнаул. Будут три таких небольших полочки. Все в коричневом оттенке. Полка для обуви состоит из двух типов деталей. Боковые стойки и перегородки. Соединение перегородок со стойками изображено на рисунке. То есть легкая конструкция, может даже девушка справиться. 596 рублей. По-моему, ценник отличный. Следующую новинку обнаружила вот здесь вот. Скатерть к нам привезли. Вдохновение называется она. Сколько она стоит, интересно? Любава 135. Вот скатерть ПВХ 153, 135 на 160 сантиметров. Вот как раз это о ней речь идет. Вижу, что здесь нетканная поверхность основа. Швы ровные. Каемочка видна. В общем, вот именно такая у нас новая. Симпатично смотрится. Смотрите, какое разнообразие по расцветкам. А вот здесь вот еще есть любава, которая полюбилась очень многим. Она термостойкая, на нетканной тоже основе для многократного использования. Вот в уголочке их, правда, немножечко, но все равно выбор есть. По 135 рублей, 110 на 140 сантиметров. Друзья мои, что касается алмазных мозаик, здесь выбор небольшой. Вот лежит буквально 3 штучки их. Цветы такие, еще с цветами. Ну и здесь букетик симпатичный. 40 на 50 сантиметров. Стоит она сейчас, давайте посмотрим, 365 рублей. А вот что вот тут вот меня заинтересовало, это что-то новенькое. Такого мы еще не видели у себя. Декоративные фотообои какие-то, наверное, да? Сколько стоит? 325 рублей. 1400 на 2000 миллиметров. Это размер. Здесь вот рисунок, как они будут именно смотреться. Так, вот в данном случае какой-то город виден. Вечерний такой закат. Здесь пальмы. Пальмы океан. Цветочные композиции.
задумка интересная. Хочу почитать, как это все дело крепить, что здесь у нас, есть ли вообще инструкция. Да, тщательно подготовить поверхность. Инструкция по применению здесь есть, и даже на рисунках. Смотрите, первый, второй. В общем, думаю, что задумка интересная. И выбор пока тоже есть. Смотрите, какие красивые розы. А здесь у нас подводный мир. Только-только подвезли к нам. Тоже какой-то город. Вот на данный момент вижу два короба с ними. Не смогла вам не показать. Посмотрите, какие красивые наши русские березки. Для любителей чего-то нежного здесь у нас листики. Даже это перышки, наверное, белые. Самокаты, которые я вам показывала в одном из прошлых роликов. Там он был в собранном виде. Здесь в розовом и в голубом цвете. Сейчас в продаже продаются они вот в таких вот упаковках. Ручка регулируется, ножной тормоз. Сразу скажу, что он весь пластиковый, но в целом неплох. 749 рублей. До 40 кг нагрузку выдерживает. Ну и от 3 лет деткам подходит. Указано именно так. В прошлом ролике я вам показывала вот такие вот наборы щеток. Вот по две они здесь, по крайней мере, скреплены. Не было цены. Давайте сейчас покажу цену. 45 рублей. Щетка для одежды стоит. Вот здесь, например, сразу две за такую цену, я так предполагаю. Если смотреть щетку-утюжок, то она, я думаю, что продается одна за такой ценник. И вот еще есть вот такой вот вариант, что по щетине, в принципе, хорошая щетина. Она не жесткая такая, не мягкая. То есть самое то, чтобы не повредить поверхность, будь то одежда или обувь. А еще вот такой вот вариант. Идеально, я думаю, подойдет для ковров. Очень удобно, по крайней мере, она лежит в руке. Ну и вот эта щетина, именно в белом цвете, она пожестче. Хороший выбор. Посмотрите, как много здесь для деток памперсов. 473 рубля, 18 килограмм, подгузники, четверка, 50 штук в каждой упаковке. Так, единственное, что... Ну, я вот их вам показывала, их сейчас к нам подвозят. Это именно Хаггис. Поэтому, чтобы вы знали, что здесь можно приобретать и по отличной цене. Ну, а мы идем дальше. В прошлом ролике вам показывала вот такие наборы для корма. Заметила, что здесь немножечко они другие. 289 рублей, контейнер на 8,5 литра. Также миска и совок еще идет. По-моему, если я не ошибаюсь, в прошлом ролике не было надписи никакой. Были просто нарисованы кошки и собаки. Здесь, смотрите, у нас есть даже надпись «Польза в каждой порции». И заметила, что здесь еще есть другая собачка нарисована. Но она отличается от той породы, которую я вам показывала в прошлый раз. Давайте напомню, что по наполненности в этом наборе, потому что кто-то смотрит сейчас мой ролик в первый раз. Вариант вообще отличный. Первый, смотрите, я хочу сказать, что крышка не снимается, она просто вот так вот открывается. Вот такая миска, достаточно глубокая. Одинаковые по объему они и для кошек, и для собак. Ну вот, по крайней мере, по рисунку, если брать. И вот такой совок для корма. Тоже, по-моему, идеально. В руке очень удобно сидит. Достаточно глубокий. Такой наборчик здесь, честно, за копейки отдают. Еще плюс ручка. Потому что на Валберсе, например, он стоит очень дорого. Ну, а в зоомагазинах я вообще промолчу про цену. Так, вот здесь вот еще прошла мимо, но вернулась. По-моему, какая-то новинка. Здесь у нас кошачьи лотки есть, а вот здесь вот меня заинтересовало, что рядом с ними. Пакеты для кошачьих лотков. Вот что придумали. Первый раз такое встречаю. 75 на 30 сантиметров. 20 штук в упаковке. Сколько стоит? 39 рублей. Что скажете, друзья мои, может быть, кто-то пользовался такими пакетиками. То есть не тратить, скажем так, деньги на наполнители, а вот купить такие вот пакеты и просто завязал, выкинул. В общем, тоже первый раз такое встречаю. Ну а на сегодня свой обзор я буду заканчивать. Обязательно будет продолжение с новинками, конечно. Поэтому, кому актуально, подписывайтесь на канал. До новых встреч, всем пока!